В Ленске начали готовиться к весеннему половодью. В администрации Ленского района прошло традиционное совещание комитета по чрезвычайным ситуациям. Подробности у наших корреспондентов. Традиционно в администрации района состоялось заседание при правительственной комиссии чрезвычайных ситуаций по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод на территории Ленского района. Первым с докладом об ожидаемых сроках вскрытия и максимальных уровнях весеннего половодья на реках республики выступил начальник гидрометеорологического центра Республики Саха-Якутия Александр Аржаков. Наблюдается такая очень теплая погода, ранняя весна, и поэтому в этом году вскрытие реки Лены тоже следует ожидать в ранние сроки. То есть можно предположить в этом году, что вскрытие реки Лены у Ленского произойдет в конце апреля, в начале мая. Специалисты Ленского бассейного водного управления считают необходимым сделать прохождение ледохода максимально безопасным, так как ранняя весна всегда сопровождается серьезными заторами. Сегодня запланировано обследование гидротехнического сооружения дамба. На эксплуатационные затраты уже выделены средства. По словам руководителя бассейного водного управления Иннокентия Андросова, работы по ее подготовке начнутся уже на днях. Это ревизия 22 водопропускных сооружений. Смазка, очистка от снега, оттайка, проверка и добавка инертных материалов, это ПГВС, до 2000 кубических метров. Ну, порядка 200 кубометров можно добавить нам в этом году. Срок выполнения предпаводковых мероприятий обозначен до 10 апреля. Итогом совещания, исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности республики Дмитрием Лепчиковым, главам были даны рекомендации. Взять на контроль все превентивные мероприятия, проводимые на реке Лена. Выстроить четкую работу по оповещению населения на период прохождения ледохода. Провести повторную тренировку систем экстренного оповещения. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.